Я вітаю всіх, хто разом із нами на Політеку онлайн на каналі «Без цензури». Військовий оглядач Олексій Арестович, гість нашої студії. Олексій, вітаю вас. Вітаю. Олексій, зараз у нас такий мінливий, бурхливий, буремний світ, і багато різноманітних, я би навіть сказав би, трагічних подій відбувається в різних куточках нашої планети. Але перш ніж ми будемо говорити з вами там про події в Болівії, в Грузії, в Ірані, я хотів би з вами обговорити українсько-американські відносини, тому що це дійсно важливо. І, зокрема, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондлер, він заявив про пряму вказівку президента США Дональда Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена. І Сондленд про це сказав під час відкритого слухання в Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент американському президенту. У свою чергу Трамп відповів на свідчення Сондленда: «Я його не знаю, а від України нічого не хотів». Ну, я так розумію, що у справі з імпічментом Україна вже так добряче вляпалася. Ну, нам всі розказували, що ми не суб'єкт, а посмотрите, як суб'єкт такого ми масштабу. Да? Там Луценко управляє американською політикою, да? Генпрокурор український. Ну, Трамп врет під присягу, или там присягу он еще не давал, врет, так сказать, в лицо, втирает очки. А они как раз дают, ну, там степень ответственности такая, что есть высокая вероятность, что они говорят правду, эти люди. Тут хотелось бы услышать подтверждение с украинской стороны, но мы знаем, что украинская сторона на два должностных лица высказывает 4,5 мнения, поэтому Луценко сказал одно, эти сказали другое. Не поймешь. Все советуют Украине удерживаться от вмешательства во внутриамериканскую политику, но на самом деле степень нашего заангажированности в этих событиях такая, что я боюсь нам не удержаться от невмешательства. Нам надо занимать какую-то позицию. Для этого им нужно тщательно готовить. Для этого нужно иметь комплекс идей. Но какая позиция? Картину мира и так далее. Ну, например, предлагать создавать совместную парламентскую комиссию по расследованию. Конгресс США и парламент Украины. Совместную межгосударственную комиссию, которая будет неупорядоченно расследовать действия исполнительной власти одной страны, второй страны, верховной власти, или там судебной власти. Тогда да. Тогда коммюнике этой совместной комиссии, ее наработки могут быть весомыми. Позиция наша будет какая? Мы пошли навстречу. Для того, чтобы не было обвинений в том, что мы тут келейно под ковром какие-то там доказательства выдумываем, тексты обрезаем, пленки клеим, да, давайте совместную комиссию проводить с полномочиями, которые определят парламенты обеих стран, межгосударственное соглашение. И совместный результат — это совместный результат. Украина пошла навстречу. Рядовые американцы, все эти комики, которые высмеивают, там, да, все эти политики, которые, как это об Украине говорят, не в самых лучших тонах, будут знать, что это ответственное государство, которое проводит ответственную политику и предложило Америке, что совместный карт-бланш на общем уровне для того, чтобы что? Высшем государственном уровне для того, чтобы установить истину в этом деле. А это всегда очень хорошо. И как бы мы ни вышли из этого скандала, Америка и мы, то американцы, да и все международное сообщество запомнят, что Россия, Украина — это ответственный партнер, который что он готов идти навстречу для установления истины. А для американцев это не маленькие вещи, они идеалисты. И проводят очень четкую политику, конкретную, в отличие от нас. Вот это был бы ход, это был бы выход. Тобто просто сказать, что американское руководство не тиснуло, что не было жодного втручания в внутренние справы, это не позиция, это просто вот занадто легко. Это... Ну, кажучи просто, это відмазка. Да, а потом побеждает Байден, демократы, к примеру. И устанавливают, что это было вранье. Или американская фемида, правосудие, парламент устанавливает, что это вранье, что мы втираем очки. Это будет вторичное вмешательство в американскую внутреннюю политику, да еще прямой ложью. Не самый лучший вариант. От і беручи до уваги і аспект президентських виборів, які відбудуться в листопаді 2020 року, от знову ж таки, крім того варіанту, який ви запропонували, створення такої спільної слідчої комісії, які ще можуть бути варіанти, ну, в контексті того, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі, щоб ми, знову ж таки, не продовжували оце все вляпуватися і надалі. Должно бути заявлення примерно такого характеру, що ми не вмішуємося в американські вибори. Это внутреннее дело американского народа, которое имеет, конечно, важнейшее международное значение, но мы верим, что народ Америки разберется сам. Вот. Мы поддерживаем в равной степени обоих кандидатов и
Самое главное, мы поддерживаем, что честные, неупорядоченные выборы. И для того, чтобы эти выборы были неупорядоченными, честными, для того, чтобы украинские, как бы, гиря не ложилась на чашу весов одного из других кандидатов, мы снова-таки предлагаем создать совместную комиссию и предоставляем все условия для этой комиссии, чтобы она разобралась и установила истину, как бы горька она ни была. Вот так я бы сказал. Какую вы бачите финализацию этой всей истории? Ну, трудно говорить об этом, потому что сказать, хотелось бы определенного ответа, будет импичмент или не будет импичмент, невозможно сказать, этого не знают даже американцы, даже непосредственно берущие дело в эту историю. То, что имидж Украины очень существенно пострадал в Соединенных Штатах, и даже тем людям, которые являются друзьями Украины и прямо об этом говорят из американской политики, они испытывают колоссальное давление, им тяжело, потому что они вынуждены объяснять, почему страна, которую они поддерживают, раз за раз вляпывается в крупнейшие коррупционные скандалы на уровне, там, на уровне, который определяет дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику Америки. То есть они сейчас взяли паузу. И вылезать из этого всего ну, мы будем очень-очень долго и неприятно. Вне зависимости от того, кто победит. Снова Трамп или Байден. Как бы, да, или демократы, скажем так, или республиканцы. Какие висновки має, на вашу думку, зробити Володимир Зеленський? Більше обережно добирати слова під час своїх телефонних розмов? Ну, понимаете, вот Зеленський... Чем мы отличаемся от американцев? Американцы могут не нравиться, американцы могут нравиться, но у них есть комплекс идей об устройстве внутреннего и внешнего мира, модель мира и некие идеалы, которым они следуют. Вот реально. Самая богатая, самая сильная страна мира оказывается, ну мы же в Украине как считаем после 90-х, что кто это? Самые циничные побеждают, а оказывается побеждают идеалисты, люди, которые встают с флагом, плачут, когда гимн играет и так далее, придерживаются конституции и прочее. Вот у американцев есть этот комплекс идей. А у нас есть ситуативное шатание. Символ Украины — это многовекторность такая вот в международной политике, придуманная Кучмой. Это значит, что и нашим, и вашим на самом деле. И туда, да? И сюда. И туда, и сюда. Да? То есть нет и готовность там спускать государственные интересы и отношения многолетние, которые строятся с разными странами. Дело даже не в размере США и ее степени влияния на нашу политику. А даже если мы с самой маленькой страной вели отношения, нельзя списывать многолетние комплексы усилий, построенные на международном праве, там, на определенной какой-то позиции. Ради ситуативных политических каких-то ходов, связанных с выборами, там, да, связанных с личной неприязнью одного должностного лица к другому, с войнами бывших президентов и так далее, и так далее. Зеленский вообще имел прекрасную позицию сказать, что подождите, уважаемый Дональд, я только-только пришел к власти. Вся история, на которую вы ссылаетесь, все эти темные дела Байдена и там дела прокурора генерального были до того, как я пришел к власти. Я до этого был артистом. Дайте мне время разобраться. Все. А верноподданническое выражать готовность разобраться во всем так, чтобы понравилось Трампу, это точно не позиция государственного деятеля крупнейшей европейской страны. Вот. Поэта, который в одиночку держит удар России вот уже 6 лет. Ну, тем паче и разбираться, и невыгодно. Скорее всего. Да, да. Ну, он мог, чтобы сделать, надо было выкидос играть, сказать, я вообще, собственно говоря, кто тут? Я не могу давать, я президент, у нас независимый суд, это я не могу давать оценки этим всем. А у меня свой генеральный прокурор. Да, я могу дать, да, у меня свой генеральный, я могу дать, что, я помогу в пожелании высказать, я могу дать правоохранительным органам, которым я командую, например, Службу безопасности Украины, дам определенное задание и так далее. Я, а так у нас независимый суд, как в любом государстве, парламент. Предлагаю создать независимую комиссию парламентскую, которая получит полномочия в отношении судебной власти, правоохранительных органов. Пусть устанавливает истину, эту истину мы вам доведем дипломатическими каналами. Сразу, как только она будет установлена. Можем частями доводить. Все. Государство, машина работает, это стойкая украинская позиция, коммунике, мы не вмешиваемся, поддерживаем честность и прозрачность выборов, готовы этому сприять. И высказываем очень большое сожаление, что предыдущая украинская власть, что не вела себя так, и, а вела себя немножко плохо, и это причинило определенные последствия. Ну, мы пригадуем, как деякі політики відверто підтримали одного з кандидатів на пост президента Сполучених Штатів Америки, потім вони різноманітні свої дописи прибирали зі своїх сторінок у соціальних мережах, і це Зеленський було, кажучи, не дуже. Зеленський чоловік без границ. Причому? Тому що у нього нет что? Принципів, у нього нет главної ідеї, у нього нет картини міра устойчивої і нет комплекса. Комплексы ценностей и представлений, которые стоило бы защищать, несмотря на все бури, угрозы, там, да, попытки расшатать, вот четко идти по рельсам, что и требуется от государственного деятеля, от политика, да и вообще от любого человека, серьезно. Вот. И он, это выражается в чем? В том, что он даже не смог понять, где его личная граница и где ответственность предыдущего политического эстаблишмента украинского. Он сказал, когда этот разговор состоялся... Это питание досвида, я так разумею. Нет, это питание принципов внутренних, понимания границ. Вот я, когда молодым лейтенантом пришел туда, куда я пришел, меня спросили, Алексей, вы хотите быть профессионалом? Ну, я щелкнул каблуками и сказал, конечно. А для чего же все это? Они сказали, ну, а вы знаете, кто такой профессионал?
Я говорю, ну, конечно, тот, который может это, может это, может это, может это, и вообще все может. Он говорит, не-не-не, профессионал – это тот, который лучше других знает, чего он не может и за что он никогда не возьмется. И я, как это, Сковорода, наш величайший ум, да, говорил, что украинский говорил, что человек утверждает себя через отрицание лучше, чем через утверждение. Зеленский только первый разговор состоялся, когда он был недели считанный у власти. Он даже не смог себя отделить от предыдущего там, политической вот этой катавасии, которая случилась при нем, конкретных лиц действующих, от Луценко, от Порошенко, там, от всех остальных. Он даже не мог разделить две ситуации, когда он еще был артистом и кандидатом в президенты, или когда он стал президентом. Он взял на себя ответственность там, где ее не надо было брать. Это значит, человек не чувствует своих границ. Отсутствие своих границ — это значит отсутствие понимания, где ты, в какой ситуации ты находишься, и кто ты вообще, зачем это все, куда ты идешь. И так далее. Ну, это не профессионализм, это внутренний человеческий, как это, инфантилизм и такое вот подростковое состояние личности, которое не зрелое. Просто зрелый человек понимает, что он может, чего он не может прежде всего. Понимает, что это моя зона ответственности, это не моя. А вот это его желание, плюс головокружение от успехов, что захватили все, что карт-бланш получен. Да, да, да. Он не понимает границ, например. Вот очень четко видно, что он не понимает. Рахманинов говорил, да, он хочет командовать парламентом по телефону. Он не понимает значения парламента, зачем этот орган существует. А парламент существует, в частности, для того, чтобы уберечь президента от ошибок. Разгрузить, снять с него часть ответственности. Что он же не удельный князь и не государь-император, правильно? В одном лице с патриархом. Есть разделение властей. Президента своя ответственность, у парламента своя ответственность. Другое бы, зрелый бы человек скидывал бы на парламент и на все остальные органы лишнюю ответственность. Говорил, так это их, пусть разбираются. Я же не император, не иранский аятолла, да, у меня не абсолютная власть, да, даже как это, вот их зона ответственности, вот моя, иранские аятоллы как части куда лучше понимают, где светская часть державы, где их часть державы, и очень четко это разделяют, соблюдая весь формальный политес, хотя имеют абсолютную власть, практически. Олексій, пропоную тепер поговорити про те, що наразі відбувається у світі. Розпочнемо саме з Болівії. Акції протесту, втеча президента, що з Болівією, знову ж таки, простежується певним чином і російський слід в цій країні, можемо подивитися. Відео нам підготували наші редактори. Ну ось, не знаю, що цим відео відверто хотіли сказати нам наші редактори, але тим не менше, давайте розбирати цю ситуацію. В Болівії та ж історія, що у нас, дуже сильно похожа. Вона каже, кожна історія унікальна, але похожа. Там був народ, побідив народний президент, індійський, більше того, найугнітаємої частини населення. Пан Моралес. Так, так, так. И вот он победил, правил, так же, как венесуэльский президент, так же, как многие другие президенты в Южной Америке. В Южной Америке проблема. Боливар не смог сделать из него Соединенные Штаты в свое время, хотя очень старался. Великий был человек. И было время, когда Северная и Южная Америка шли ноздря в ноздрю и решали примерно одни и те же проблемы, но в Америке они справились с крупными латифундистами, да, и держателями пакетов, там, стейкхолдерами, а в Южной Америке не справились. Они захватили все, начали определять власть, плюс там где сельва, там джун, как это, сельва скроет все, а хозяевами стали люди, у которых много оружия, пистолетов, усов и сигар. Поэтому там правят наркокартели, военные, полиция и так далее. То есть это жутко коррумпированное государство, которое там пытались показывать экономические чудо, кто-то показал. Но даже в таком члене БРИКС ведущем, как Бразилия, количество убийств на душу населения зашкаливает. Сражения все, 25 миллионов в трущобах живущих там и прочее, прочее. То есть это очень сложная ситуация. А поскольку мир стремительно развивается, все глобализируется и так далее, тенденции, когда у шпаны есть смартфон, он видит все происходит в интернете, может этим обмениваться этим сообщением, то немного изменилась ситуация. Ситуация теперь такая, что люди не... проблемы, которые копились десятилетиями, а может быть даже столетиями, начинают разрешаться... и которые не хотят решать парламентским официальным путем, начинают разрешаться путем уличных бунтов, переворотов и так далее, что тоже весьма характерно для Южной Америки. И вот Боливия — это та же история, что с Венесуэлой, та же история в каком-то смысле, что с Чили. Поражает ничтожность поводов, из-за которых все это начинается. В Чили проезд подняли на 3 гривны по нашим этим самым, тем не менее бунты идут, Сантьяго горит и так далее. Потому что молодежь, которая выросла, высказывает глобальное недовольство всем устройством, вообще устройством всей этой системы.
вообще. И вот смотрите. Что с подобным мы уже бачили. Да, Моралес забежал и видим сейчас прямо во многих странах мира. И казалось бы, да, ну, военная полиция навели порядок, давайте что? Давайте строить новое государство. Решать в авральном порядке, в порядке военного положения, режима. Очень много же можно решить, в отличие от демократии и конкретных дел. Решать проблему. Но проблема не решается. А почему? Потому что проблемы, существующие годами, вот так как в Украине, коррупционная система, 30 лет существующая, разлагает политический класс. И людей, которые способны что-то там серьезно решить, становится все меньше, меньше, меньше. И в какой-то момент оно достигает вот такого положения, когда уже и все условия обеспечены для решения проблем, а решать некому. Они не могут не договориться, они коррупционно взаимно повязаны очень сильно, они что, утратили способность занимать ту самую политическую позицию и проводить определенную политику внутрь, потому что они беспринципные люди, коррумпированные и так далее. И вот сейчас, когда армия и полиция взяли, я же говорю, в военном положении это идеал на самом деле для таких ситуаций. Вот, пользуясь военной властью, с чрезвычайным положением можно решить массу застоявшихся проблем, которые никогда не решишь путем голосования и так далее. Нет, чтобы использовать это для радикальной модернизации Боливии, для решения кричащих проблем. Нет. Уличные драки, противостояние, разброд в политике, взаимное обвинение в вмешательстве иностранных государств, раскачка и так далее, и так далее. То есть это что? Это паралич власти и общество по одной простой причине, потому что политический класс совершенно разложился за годы правления Моралес. Все куплены, все коррумпированы, все разложены. И это бремя. Видите, побеждает революция, или то, что они называют революцией народной и так далее. Сбегает злобный диктатор, который там манкировал выборами, там, да, прямо и так далее. Ну, казалось бы, давай, а некому давать. Кадров нет соответствующих. И она будет очень долго, тяжело и болезненно выползать из этой ситуации. То же самое в Венесуэле произошло. Казалось бы, ну уже почти победила революция. Да. А оказалось, что вот этот вот профиль, которого показывали новый их лидер, тоже оказался несостоятельным. Тоже у него нет такого влияния, чтобы сыграть против коррумпированных наркобаронов, генералов, полицейских и так далее, всех этих уличных бандитов. Да, что не смог Вин Мадуро потиснуть. Да. И та же история, да, к сожалению, да. Туда же сразу идет Гонконг, например. Туда же идет Иран. В Иране ж бунты. Ну, Гонконг, там да. Взагалі от такі явища, вони перманентними, тобто постійними. Гонконг, это уже Гонконг, да? Нам поставили. Так, це Гонконг, так? Да. Гонконг, все началось с чего? Гонконг всегда был британской колонией, а значит, унаследовал британское право, британское понимание свобод, возможностей политических. И вдруг вот принимают решение, после передачи его в Китае, которая много лет назад произошла, о том, что будет выдача, с Доном будет выдача, как бы, да, начнут выдавать, сечи начнут выдавать преступников, совершивших преступления в Гонконге на материковой Китае. И это покушение на магдебургское право Гонконга, скажем так, да, на самоуправление. Они взбесились, конечно, молодежь выступила студентам. Вот идут бои, и, скорее всего, там чудовищные преступления совершаются, идет эскалация. И, скорее всего, молодежь додавит в ближайшее время. То есть Китай, раздавивший танками Тяньаньмэнь, раздавит и Гонконг. И вот смотрите, насколько фальшивое и гнусное вот это все мировое сообщество. Экономика вторая в мире, а может быть даже уже первая. Ну, значит, будем молчать в трубочку и не будем. Это же заявы про вечную стурбованность, да. Занепокоение. Про демократию, да. Про демократию, свободу слова, права людини. Забивают насмерть в прямом эфире детей, сотнями. И я не вижу заявления, ни одного серьезного заявления, ни одного западного посла. А чему? Слишком, ну, потому что в этом мире Запад разложился в каком-то смысле. Да? Мой отец когда-то сказал следующее, что вот он, когда понял, что Запад разложился и проиграл, в 73-м году, в 74-м, когда в ответ на нефтяной бойкот, который арабы устроили Западу, после арабо-израильской войны, Запад просто не оккупировал Саудовскую Аравию, не поставил свои войска, не продолжал качать нефть, а молча терпели вот эту пощечину от бедуинов. Понимаете, да? И стало понятно, что комплекс идей, который и создал Запад, Западу надоел. В чем популярность Путина? Путин же очень популярный персонаж, на самом деле, в том числе на Западе. Потому что он очень метко критикует Запад. Показывает фальшивость, двойные стандарты, которые применяются. И вот эти все заявления... Мы, как всякая слабая страна, в полной мере пережили вот эту двуличность Запада. И сейчас мы видим это вот в международных масштабах. На гонконгском примере.
Только Соединенные Штаты там как-то осудили и так далее, и так далее. Где голос Франции, где голос Германии? Этих бдительных, как это, бдительных миротворцев, да, и голубей мира, которые нас тут призывают, простите, тех, кто... Бдительных, да, чьи даруете бздительных. Да, те, которые, да, которые призывают нам простить людей, которые возвращают нам выпотрошенных наших пленных, да, без внутренних органов. Олексій, от, да, ще одну країну хотів би з вами обговорити, точніше, внутрішню ситуацію, яка складається, це достатньо для нас близька країна, це братній для нас грузинський народ, і в Грузії, знову ж таке, якщо дивитися заголовки засобів масової інформації, пишуться про те, що там чергова революція. Грузія і Молдова? Так, Грузія. Вже і намети можемо, да, бачити. Да, да, чітко. О. Все знакомо. Все знакомо, да. Все-таки, опять же, нам рассказывают, что мы не субъект, а весь мир копирует наши способы борьбы. Получается, что Грузия, Молдова показывают нам, украинцам, наше ближайшее будущее возможное. Они чуть раньше начали свои революции, имели те же проблемы с оккупацией, с войной с Россией. И вот они решили, что националисты, которые борются за страну, за ее модернизацию, вестернизацию, это плохо. Слишком много проблем от России, слишком много внутренних проблем, да, и так далее. А давайте пусть вата победит, мягкая. Мягкая вата грузинская привела к власти пророссийского олигарха и в России, и в Украине, и в Молдове, вернее, пришли к власти и в конце концов в Украине. И что же мы видим? Что оказывается, после победы мягковатного большинства никакие проблемы не решаются, легче не становится, цена на газ не уменьшается, все так же растет, все так же все плохо, как и при националистах и вестернизаторах. И оказывается, Россия нифига не идет на поблажки, а только давит, давит дальше и так далее. И националисты не собираются успокаиваться, патриотическая часть, она все крутит те же самые майданы, политического спокойствия не наступает. И даже если ликвидировать всех националистов, то подрастет молодежь, как в Южной Америке, либо в Гонконге, и снова скажет, что ее это не устраивает, и начинает бомбить. Что оказывается, комплекс проблем лежит не в том, кто за ПЦУ, за армию Мову Виру, или те, кто мягкая вата, хочет Пугачеву, иронию судьбы с легким паром, да, и вот наши деды воевали, что комплекс проблем где-то глубже, чем просто ватники или просто патриоты, он куда-то глубже. И на самом деле его бы надо начинать решать. Что в Грузии, что у нас, что в Молдове, что в Китае, что в Южной Америке. Но по-настоящему говорить об этом комплексе проблем никто не хочет, потому что мы давно уже утратили способность говорить о вещах, которые нас реально интересуют. То есть очень много политесса, очень много чего, очень много толерантности, которая не позволяет говорить. И современные западные интеллектуалы, публикующие Парижскую декларацию, одну, вторую, третью, прямо о том говорят, что Запад родился... одно из самых главных достоинств Запада, стержни образующих, которые его сделали, это свобода дискуссии. А теперь в университетах невозможно спокойно дискутировать, потому что количество тем, которые ограничивают, да, на политических площадках, накладывает на них, лишило нас возможности обговаривать реальные проблемы. И вот мы являемся периферией Запада вместе с Грузией в этом остальном. И у нас эти проблемы накладываются на наши еще постсоветские проблемы, постимперские. И нет кадров, нет людей, которые исповедуют комплексы идей, принципиально стоят на своих позициях, точнее их очень мало, проводят определенную политику либо общественную линию и при этом готовы говорить откровенно о проблемах. Никто не хочет это всерьез их оговаривать. А у нас еще ситуация еще хуже, потому что в Грузии победил олигарх газовый, который хоть как-то что-то понимает. Все-таки международные контракты, определенный уровень. А у нас победил четырежды уклонист, который на российские деньги во время войны снимал фильмы. Комик. И получается, что у нас такой олигарх перемагал. Да, ну и олигарх тоже, да. И как бы, и получается, что... Ну, задачи, которые стоят перед Украиной, они куда глубже, чем противостояние Зеленобутов и Парахобутов. И вся эта история, вернули корабли, не вернули корабли, отступаем, не отступаем, разводим, не разводим, на самом деле это волны на поверхности. На комплекс проблем, который перед нами стоит, как перед государством, обществом, намного-намного глубже. О них всерьез никто не говорит, их никто всерьез не решает. Это значит только одно, что гонконгский, грузинский, молдавский, боливийский сценарий будет повторяться, иранский будет повторяться в Украине раз за разом, пока мы не приступим к решению этих задач. И иранский, так? И иранский в том числе. А, до речи, а что вот в Иране наразе вот відбувається? Иран ведет три региональные войны уже очень много лет. Сирия, Ирак и Йемен. Иран интригует по всему миру. Там есть светское государство, надстройка которого, ну, светская модель государства, на которой стоит теологическая надстройка, аятоллы после исламской революции 79 года правят. Они наследники очень древней персидской цивилизации, в отличие от всех остальных, от арабов персы и имперцы. И у них
есть очень долгая политическая традиция, для, едва ли не самая давняя в мире. Они очень хорошо воюют, они обыграли Соединенные Штаты в Ираке, они очень ловко тузят и Турцию, и Асада, и Россию, и Израиль в Сирии. Они очень хорошо выступают в Йемене, но это требует колоссального количества ресурсов, вся эта экспансия шиитская. И это сказывается одновременно с санкциями, под которыми Иран 40 лет, сказывается крайне печально на экономическом положении. Но что бы там ни говорили, как бы ни запрещали интернет, в Иране тоже выросло поколение молодых людей, которые хотят жить иначе. Их родители еще помнят, что такое Иран при шахе, который был вестернизирован, модернизирован и прекрасно развивался, дружил со всеми странами и так далее. Они хотят открытости. Они хотят того же самого, что хотят гонконгские студенты, боливийские студенты и украинские студенты, которых побили 30 лет, 4 года назад, 5 лет назад, 30 декабря на Майдане. И аятоллы говорят, нет, надо вот под кровь слезы будем воевать за шиитское знамя и так далее во всем мире, а вы терпите. Полтора года назад, два примерно, тоже были протесты в Иране, погибло около 80 полицейских, тоже были бы, и тогда они были очень жестоко задавлены. Видите, казалось бы, вот у нас же как считается, что выступил кто-то, если их кроваво задавили, то вот они поумнеют и в ближайшие 5 лет ничего не будут делать. Но в Иране власть намного же более жесткая, чем в Украине и даже, чем в России. Ну вот разогнали кровавые протесты, там сотни тысяч, ну вернее, как сотни погибших, да, может до тысячи доходило и так далее. Прошло полтора года опять протесты. Никуда не девается. Это, казалось, в воюющей стране, где абсолютная власть теократическая, где тайная полиция просвечивает все, где очень жесткие исламские законы формальные. Но мы видим протестующих с оружием, мы видим уличные бои. Оттуда отрывочная информация доносится, потому что заблокировали интернет. Но, тем не менее, что бои. И вот заканчивая, можно сказать, что если базовые проблемы не решаются, они в той или иной форме будут оборачиваться палатками, факелами, боями, луками, стрелами, борьбой с полицией и так далее. Поэтому мы можем обратиться, пользуясь случаем, ко всем властям всех перечисленных стран и сказать: ребята, знаете что, займитесь решением всерьез настоящих цивилизационных проблем ваших стран, потому что лакировка действительности либо под видом комики, либо под видом снижения цены на газ, либо под видом проекции силы в международной войне ни к чему хорошему не приведет. Все равно будут забастовки, все равно будут гореть бутылки зажигательной смесью, пока всерьез эти проблемы не решите. То же самое будет у нас. От, Олексій, от ви звернулися до влади тих країн, про які ми з вами згадували в контексті тих ситуацій, які наразі там відбуваються. А что варто, який месседж адресовать украинской власти? Все то же самое. Проблемы, которые стоят перед Украиной, цивилизационные, намного глубже, чем различия между парохоботами, зеленоботами, вот этой поверхностью, патриотами там, и ватниками, патриотами и диванниками и так далее. И они касаются, на самом деле, ту группу населения. Нам нужны политики, которые всерьез начнут решать эти проблемы международные и внутренние, вот там, вот ее в своем основании. И можно вспомнить только слова покойного Вячеслава Черновола, который сказал: я хочу создать государство, в котором французу будет украинов лучше же, чем во Франции, русскому, чем в России, да, а украинцу лучше, чем в любой другой стране мира. Вот так, таким строительством такого государства и надо заниматься, на самом деле. Я думаю, что на цьому висловлюванні Вячеслава Максимовича Чорновола будемо ставити крапку в нашій розмові. Олексію, дякую вам за неї. Олексій Арестович, військовий оглядач, був гостем студії «Політека онлайн». Я безмежно дякую всім глядачам за увагу. На все добре. До побачення. Миру всім. Почуємося, побачимось на «Політиці онлайн». До побачення.